же утро. О, ну вы покупатели, наверное, пришли. Надо двери идти открывать. Мама, мама, иди сюда. Да, доченька, что такое? Смотри, новый магазин игрушек. Пошли, пошли, пошли. Ну ладно, только посмотрим. Или одну игрушку купим, если они там недорогие. Мама, посмотри, сколько тут игрушек классных. Есть слово, какие классные игрушки. Но что тут написано? Так интересно. Новая серия Hello Kitty. Ого, интересненько. Доченька. О, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, моё. Боже мой. Доченька, ты что, машинки смотришь? Ты чё, девочка? Нет, я Hello Kitty. Нет, я Hello Kitty смотрю. Вот смотри, какие классные. Ладно, смотри, смотри, смотри. О, тут диванчик есть даже. Я подожду тебя. Хорошо, доченька? Нет, вот эту. Нет, нет, вот эту. Нет, надо подумать. Вот, дорогая, смотри. Новый магазин игрушек открылся. Давай купим твоей и тете Оле что-нибудь. У нее ведь как раз ребенок родился новый. О, давай. Я не помню. А, точно, она мальчик, он точнее. Да, идем. Ой. Дорогая, я сказал, не ес. И Санчос по ночью. Здравствуйте. 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 Так, дорогая, нам надо купить что-то для мальчиков. Боже мой, сколько тут игрушек. Дорогой, 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 давай купим ему мишку голубую. Давай. Да, сначала посмотрим, что тут есть. Я думаю, голубую мишку ему подойдет. Дорогая, ты что, хочешь ему купить Hello Kitty? Да нет, просто хочу посмотреть. Тут есть машинки, кстати. Да ё-моё, какую купить? Нет, вот. Нет. Доченька, ты скоро? Ага, ага, сейчас. Нет, он. А сколько они все стоят? А, ладно, пофиг, сплю. Девочка, ты что тут одна делаешь? Вон моя мама спит, пока я выбираю Hello Kitty. Ну, понятно. Так, какую машинку ему купим? Наверное, зеленую, потому что он ведь мальчик. Ну, хорошо, я тоже зеленый. Надо какой-то пакетик купить. Или точнее какой-то. Там на входе есть, если сейчас приду. Хорошо, дорогой. Так. Кстати, вы не посмотрели машинку-то? Сколько? С каких лет-то? Ну да, сейчас посмотрю. 4+. О, божечки! Хорошо, что мы посмотрели. Какую же выбрать? Ну, ё-моё! Ладно, пошли на кашу, что ли? Смотри, тут еще не шпар, не шпар. У каши. Здравствуйте. 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 Ё-моё, сколько можно говорить это здравствуйте уже? Сказали? А, нет, ничего, ничего.
Ладно, ложите, что вы там купили. Купили игрушку или пакет. Или он бесплатный? Он бесплатный. О, новый магазин игрушек. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. О боже мой, что это? Так. О, новый магазин игрушек. Мне надо что-то купить. Кто не понял, у нее есть крылья. Все, продолжаем. Я хочу весь магазин. Хотя нет, эти все игрушки для Бамзе. Мне надо самую красивую. Самую дорогую надо. Я хочу вот эту розовую. Я хочу вот этого единорога. И все. Ничего не знаю. Закрывай меня. Что это сейчас было? Ай, ладно. Ой. Пакетик! А, точно. Ой. О, господи, как она храпит. Здравствуйте. Сколько стоят эти игрушки? Так, плюс пакет. Сейчас посмотрю. Стойте, мне надо купить это. Девочка, ты знаешь, это очень дорого. Я хочу это! Это покупаю тоже. Офигеть. Ай, ладно. Так, с вас... 10 миллионов евро. Я вам ждал. Держите. Ё-моё. Тяжело, ё-моё, такой тяжелый. Этот крокодил, ё-моё. Так, ой, ой, уже 17 часов, через 1 час, точнее, через пол. Через 10 минут закрывается магазин. Мы тут уже несколько часов. Я возьму пакет. Так, дочка, ты выбрала уже? Мам, а можно мне еще одну из этих? Хорошо. Ладно, выбирай. Ура! Так, я хочу вот эту. Я еще хочу. Тут есть ЛПСы. Я хочу вот эту стоячку. Ой. Я хочу стоячку, мам. Пошли, мам. О, так спать хочется. Угу. Да, очень хочется. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, мы хотим вот эти игрушки купить, этот пакет. Хорошо, с вас. Всем привет, вы на канале Ларис Ларис. Это был... Короче, это было видео про как ЛПС ходят в магазин, что-то типа такого. И открылся новый магазин. А вот он, кстати. Да. И я хочу сказать, если вы хотите вторую часть или еще какое-то подобное видео, там, где они на работе, еще что-то, то ставьте лайкосик и пишите комментарии.
сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.